Здравствуйте, уважаемые студенты Залского университета технологии и бизнеса, Альфер менеджмент и туризм, дисциплина бизнес-планирования в ресторанном деле гостиничного бизнеса, преподаватель Матышева Сен Маратовна. Лекция третья. Структура и содержание разделов бизнес-плана. Сегодня мы изучим такие вопросы, как общая структура бизнес-плана, в целом структура бизнес-плана, титульный лист, аннотация, меморандум, оглавление. Затем его основные разделы, резюме, история бизнеса, организация, характеристика бизнеса, организация, анализ бизнес-среды, организация, план маркетинга, производственный план, организационный план, финансовый план, оценка и страхование риска. Приложение. Сразу же оговоримся, что данная структура бизнес-плана носит лишь рекомендательный характер и не претендует на роль образцовой. Перечень разделов и содержания в каждом конкретном случае может дополняться или уточняться в зависимости от условий, в которых функционирует фирма. Перейдем теперь к детальному рассмотрению структуры бизнес-плана и содержания его разделов. Титульный лист оглавления, меморандум конфиденциальности, резюме бизнес-плана. Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором обычно указывают наименование проекта, место подготовки плана, автор проекта, название и адрес предприятия, телефоны, имена и адреса учредителей, назначение бизнес-плана и его пользователей. На титульном листе обычно помещается меморандум о конфиденциальности. Он составляется с целью предупреждения всех лиц о неразглашении содержащейся в плане информации и использовании ее исключительно в интересах фирмы, представившей проект. Также титульный лист может содержать требования о возврате автора бизнес-плана, если он не вызывает интереса инвестировать в его реализацию. После титульного листа следует оглавление, формулировка разделов плана с указанием страниц и выделением наиболее важных пунктов в соответствии с особенностями конкретного проекта. Бизнес-план может содержать аннотацию, в котором дается краткое описание цели и основных положений бизнес-плана. Ну, да, это в целом на 5 страниц. Аннотация может быть оформлена в последовательности, которая указана ниже. Например, предприятие, адрес, телефон, факс, руководитель предприятия, суть предлагаемого проекта и место реализации, результат реализации проекта, необходимые финансовые ресурсы, срок окупаемости проекта, ожидаемая среднегодовая прибыль, полагаемая форма и условия участия инвестора, возможные гарантии по возврату инвестиций. В введении указываются задачи составления бизнес-плана и круг лиц, которым он адресован. Резюме концепции бизнеса, краткое изложение основных положений предполагаемого плана, то есть информация о намечаемом бизнесе и целях, которые ставят перед собой предприятие, либо предприниматель, начиная собственное дело или развивая имеющиеся. Концепция составляется после написания всех разделов бизнес-плана, так как содержит самое основное из всех его разделов. В резюме указываются возможности для бизнеса, их привлекательность, важность для предприятия и региона, необходимые финансовые ресурсы, возможный срок возврата займных средств, ожидаемая прибыль, ее распределение, условия инвестирования. В резюме должно содержать главную цель предполагаемого бизнеса и назначение разрабатываемого бизнес-плана. Помимо выделения главной цели, цели и бизнес-план указываются, для кого он предназначен. Для потенциального инвестора или кредитора, возможных партнеров по бизнесу или акционеров.
Таким образом, резюме содержит следующие данные. Идеи, цели и суть проекта, особенности предлагаемых товаров, стратегию и тактику достижения поставленных целей, квалификацию персонала и особенно ведущих менеджеров, прогноз спроса, объем продаж, планируемую себестоимость продукции, ожидаемую чистую прибыль, основные факторы успеха. История бизнес-организации. Следующий вопрос. Он содержит основные сведения о предприятии и сфере его деятельности. Здесь находят отражение главных событий, повлиявших на появление идей предлагаемого бизнеса, а также главную проблему. Указывается тип предполагаемого бизнеса. В разделе описываются положительные и отрицательные стороны местонахождения предприятия. Рассматриваются основные факторы, влияющие или способные повлиять на деятельность предприятия. Также данный раздел содержит общую характеристику отрасли. Заканчивается раздел «Формулировка миссии и целей деятельности предприятия и определением стратегии бизнеса». Характеристика объекта бизнес-организации. Здесь идет следующее требование. Потребности, удовлетворяемые товаром, показатели качества, экономические показатели, внешнее оформление, сравнение с другими аналогичными товарами, патентная защищенность, показатели экспорта, основные направления совершенствования продукции, возможно, ключевые факторы успеха. Основные назначения товара. Удовлетворение потребностей клиентов фирмы. К факторам привлекательности товара относят ценность, возможность приобретения, цену, качество, экологичность, имидж, марку, форму, упаковку, срок службы и другое. Со свойствами продукта связаны показатели его качества, долговечность, надежность, простота и безопасность, эксплуатация и ремонт. Некоторые показатели качества могут быть оценены количественно. Соответствующие данные приводятся в бизнес-плане. Указывается наличие сертификатов промышленной продукции. Анализ бизнес-среды организации. Данный раздел, как правило, посвящается исследованию и анализу рынка, конкуренции на нем и так далее. В первую очередь это рыночное исследование, направлено на выявление сегодняшних потребителей продукции. В рамках исследования рынка проводится сегментация рынка, определяются размеры и емкость рынков по продукции предприятия. В процессе подготовки данного раздела бизнес-плана дается ответ на вопрос о том, кто, почему, сколько, когда будет готов купить продукцию. Анализируется, как быстро продукция услуги продается на рынке, оцениваются основные факторы. Оцениваются основные конкуренты, основываясь на оценке преимуществ производимых товаров и услуг. Ну и маркетинг – это система организации деятельности фирм по разработке производства. Главный в маркетинге – двойной взаимодополняющий подход. С одной стороны, это то, что вся деятельность компании, в том числе формирование ее программ, производство, научно-технические исследования, капиталовложения, финансовые средства и так далее. В процессе подготовки данного раздела бизнес-план дает ответы на вопросы. И здесь надо будет ответить на такие вопросы, как за что будет, как купить, кто будет готов купить продукцию завтра, послезавтра и вообще в течение ближайших более 3 лет. Первый момент. Анализируется то, как быстро продукция услуги утвердятся на рынке, оценивать основные факторы, требуется оценивать основные конкуренты и, основываясь на оценке преимуществ производимых товаров и услуг, определяется возможный объем продаж натуральным денежным выражением.
производственный план. Как вы видите, здесь своя структура. Технология производства, производственное кооперирование, контроль производственного процесса, система охраны окружающей среды, производственная программа, производственная мощность их развития, потребность в долгосрочных активах, потребность в оборотных средствах, прогноз затрат. Организационный план. Данный раздел бизнес-плана посвящается системе управления фирмой и ее кадровой политике. Структура раздела может иметь следующий вид. Организационная структура, ключевой управленческий персонал, профессиональные советники и услуги, персонал, кадровая политика фирмы, календарный план, план социального развития, правовое обеспечение деятельности фирмы. Ну и, конечно же, финансовый план. Данный раздел бизнес-плана рассматривает вопрос финансового обеспечения. Прогноз финансовых результатов призван ответить на главные вопросы, волнующие менеджера. Именно из этого раздела менеджер узнает о прибыли, на которую он может рассчитывать. Взаимодает способность потенциального заемщика обслужить долг. Десятый момент – это оценка страхования риска. Существуют различные виды риска. В зависимости от того, объект или действия, рисковость которого оценивается политически, производственным, имуществом, финансово, валютным и так далее. На этом большое спасибо за ваше внимание. До свидания.